А поки дорослі помалу розташовуються в кімнатах очікування і починають перші приготування, оця нетерпляча малеча вже встигла без черги прошмихнути на реєстрацію. Красивий народ! Веселька, привіт! Привіт, привіт. Давай п'ять. Что вы будете делать на Украине Майдала? Танцевать танец с обручами. Мы берем обруч и закручиваем. Надо крутить юбкой, там платье. Это крутить надо. Только не в сарафанах. Да, просто не мешали и падает обруч. Да, падает обруч вниз. Мы хотим выступить так, чтобы всем понравилось. Мы будем настоящие выступать. Да. Не по-детскому, как понарошку там выступать. По-настоящему. Да. Никого вы не боитесь на сцене у нас там? Нет. Вы такие смелые-пресмелые. Да. Вообще, как вы мне нравитесь. Ух. Так, ну что, тоди пошли? Вовчисько, давай. Так, молодежь, здравствуйте. Здравствуйте. Девчонки и волчонок. Да. Солнышко, вернее, волчоночек, а тебя как зовут? Саша? Да. А всех по очереди давайте перезнакомим. Меня зовут Стелла. Стелла. Меня тоже Настя. Настя. Меня Влада. Влада, Нина. Нина и Лена. Вы уже нам нравитесь. Вы такие красивые, прекрасные. Скажите мне, пожалуйста, по сколько вам лет? Вот пять. Имени пять. А всем пять? Почти. Почти. Замечательно. Кто сегодня за вас переживает? Группа поддержки. Кто у вас там? Родители наши. О, так там не целый вообще просто хор. А это будет что? Как называется постановка? Вот. Красная шапочка и серый волк. А красная шапочка Настёна, это ты, я так поняла, да? Да. И вам совсем не страшно? Вы же такие маленькие. И если вы готовы и ничего не боитесь, то вы сейчас нам что? Будете танцевать. Давайте тогда. Вовчик, звичайно, такий. Красная шапочка. Крутий. Іди довго, довго, довго. Іди довго по тропинке. Іди довго по дорожке. То потихоньку і біжать. То, пожалуй, то, конечно. То, наверно, верно, верно. Можно, 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 можно в Африку прийти. В Африке реки вот такой ширины. В Африке горы вот такой вышины. Крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты. И зеленый попугай. И зеленый попугай. Это вообще... Это что? Попугай. Попугай. Понятно. Ой, а что, ты чего пришел? Уже все, Сашка, да?
Так, а, да? Вони повинні крутити далі? Ні, поки не остановимо. Да, нормально. Кто тренер? Надо поддержать. Все, все. Идите к жюри. Давай скажу, чтобы мы его научили танцевать. Я. Давай, Миша. Вы знаете, что мы хотим вас научить яму крутить и обрыть. Заливается. Влад, что-то я слышу какой-то издевательский смех. А вы думаете, у меня получится? Влад, ну давай. Все правильно, все правильно. На сцене должен быть один мужчина. Все убежали. Так, ну Влад, пробуй. Влад, показывайте, девчонки. Нам Слава реально цікаво. Выйди в тебе чи ні? Что делать? Так. Не, давай один пока. Смотрите, нам судью не прибейте. Вы что? Только не розовым. Говорит, только не сломай. Девчонки, в балет мы его не берем, наш. Чуть не мой размер. А на шее? Я думаю, это для шеи. Раз, оп, оп. А такое именно обруч батл. Да скажите нам, у Влада вышло? У Влада вышло? У меня получается или нет? Влад, похоже, у вас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь нет. Это рекорд. Я пойду тренироваться и подойду. Можно, да, уже отпустить его? Все, паспорт верните Владу. Бедная яма. Бедная яма. Ведь мы не так однозначно. Ура! Ура! Так, спокойно. От Влад яма зараз вам все скаже. Я проголосував, я сказав так. Влад, як ти голосуєш? На, как, що я должен сказати дітям, які надо мною поіздівались? І до сих пор сміються. Дівчонки. Да. Так, ребята, девчата, артисты, соберитесь, вы же на сцене. Что за балаган, безобразие, хулиганство?
Так. Да у вас 3 да. Зелена. Зелена взяла, чуєш, вона у них бандаж. У нас 3 да. 3 да у вас? Молодцы. Ну вы, конечно. А вы, конечно. Ну что, вам понравилось? Давайте. Налетай, угощайтесь. Всем берут по конфетке. Волк. Спасибо. Так.